Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем проходить Европу Универсальс 4 за Литву. Так, у нас тут началась война с Австрией, Ахеном, Московией и Новгородом. За это, то, что Новгород напал на нас, я заберу у него все-таки вот эти две провинции. Пусть знают, как нападать на меня из-под тишка. Так, ну, с Австрией, я думаю, будут воевать мои союзники. Венгрия, Польша, Бургундия и мой верный соратник Люнебург, мой вассал. А сейчас я, так, что создали два корабля. А сейчас я пойду наказывать Новгород. Эти 16 тысяч идут вот сюда, а эти армии идут наказывать Московию. 33. Пять, 33. Идем в Тулу. 27. Пока в Смоленск. А так. Скорость поменьше. А, видите, идут нам навстречу уже. Так, эти куда идут? Ржев, да? Вон, Британище. Ну, Британия тут получит по шапке от Бургундии. Так, вот эти два корабля пусть идут сюда. Соберем флотилию. Нет, торговать не будем. Ставим блокаду. Так, а это уже мне не нравится. Савоя. Так. Ты смотри, добавляет и добавляет. А ну-ка. А хочешь мир? За денежку. А ну, предложим пораженице денежку. Не хочешь. Да? Совое. Предложим мир. Так, пораженница. Не хочешь. Ладно. Конечно, это дополнительные войска врагам. Ладно. Эти стоят тут. Какая тут местность? Равнины, тут меньше равнин. Так, мы пока останемся. Пока пойдем в Брянск, наверное. Блин. Вот Тарингия еще вступила. Где она там? Где ты там, родная? Вот эта маленькая. Маленькая кака.
Так, эти вид Смоленск, да? Сейчас мы эти, наверное, 16 тысяч отправим ловить новгородцев. Так, они идут Могилев. У нас 27 тысяч. Так, вот останавливаются. Сейчас подождем. Так, мне не нравится, как они захватывают. Так. Трир еще вступил. Ну, добавляют и добавляют все. Блин. Вот это у них перевесик. Хотя. Давай, ребята. Блин. Заразы. Ну как так? Почему у них такой сильный перевес? Этого я не понимаю. Так, а тут Норвегия воюет. Нет, Финляндия воюет с Данией. Ну сейчас мы, по идее, должны им навалять. Сейчас мы догоним вот этих гадов. Так, есть, мы завалили их армию. Так, они отступают. Ну, а мы пойдем в Москву. Москву, то есть. Эти отступают. Ух ты, 27 тысяч идет в Тверь. Значит, мы идут в Брянск. Так, вы долго еще будете убегать? Дания воюет. Швеция и Мюнстер. Угу. Так, тут пока идет война. Так, в Полоцке мы разбили. Эти отступают в Смоленск. Так, тогда мы сейчас оттянем нашу армию. Куда эти идут? Ржев, да? Тянем вот сюда аж 14 тысяч, а эти пойдут пока сюда. Вот эти, ладно, пойдут пока сюда. О, технологии можно качнуть. Так. Ширина боевого построения, маневренная война. Кожаные орудия. Так. Новый тип войск, да? Восточные терции. Ну я бы стрельцов, в принципе, взял. О, суворовская пехота. Но сейчас, блин, как-то не вовремя. Давайте идите сюда, Минск. Так, а кто там проигрывает? О, вот это тут бьются.
А Ахен так и не захватили? Поляки подошли к нам. Так, эти идут в Калугу, да? Значит, мы отойдем чуток. Ну, эти ребята пусть идут пока в Ливонии. Наверное, отправимся на корабли сейчас. Слишком много армии. Давай идем в Чернигов, тут вроде бы все вместимся. Хотя в Москву идут. Ладно, мы идем в Москву тоже. Вот эти идут в Калугу. На поддержку, если что. А что тут у нас? Ух ты, 82 тысячи. Ух ты, ух ты, ух ты. 50 тысяч пытаются нагнуть. А что-то не похоже, чтобы они их нагибали. Срут. Так. О, Галич идут. Что, Москва еще с кем-то воюет? Да нет. Так, что-то там открывается. Претенденты у поляков, блин, выскочили. Ух ты, 64 тысячи. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Куда они идут? В Новгород, да? Я знаю, куда вы идете. Но сюда идут поляки. Так. Мне бы генерала найти. Давайте, поляки. Нужна ваша помощь. Так, есть. Можно нанять генерала. Личный генерал. Вот 6000. И сюда бы. Эти в Новгород идут. Так, знаете что? Я пока подтяну вот эту армию. Вот сюда, наверное. На всякий случай. Охренеть. Почему у меня так падает, блин? Боевой дух. У нас, в принципе, больше, чем их. Пушек немало.
А, он их генерал. Ты сколько они кидают, блин, армию. Так, эти куда идут? Ну мы пойдем тоже на перехват. Ух ты, блин, что там творится сейчас? Проиграли наши. Чё там? У кого-то телефон зарядился? Да. Заразы. Нет слов. Еще идет сюда, блин, армия не маленькая. Так, а что тут австриец? Бургундец. Кстати, хочу посмотреть по войскам. Так, 41 тысяча. Так, а Московия? Ух ты ж, 86 тысяч. Так, эти идут в Ригу, мы отступаем по чуть-чуть. Так, вот это флотилия сюда. Я пусть идет торгует. В Балтийском море. Так, Тула. Там ветеранство. Вот, блин. Так, еще что-то можем. О, административные технологии поднять. Так, отлично. Отлично, у них армия не собиралась. Так, какой провинции? В Волыни. Это очень важно. Пусть будет. Так, идут они в Венден. Венден, да? Мы пойдем в Вилев. Блин, 60 тысяч. Охренеть. За счет колонии, видно, набрали. Такие армии. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Могилев, Могилев. Так, с какого числа 22 апреля будет там армия такая немаленькая? 20 апреля мы будем в Смоленске уже. А, нет. Тогда 1 мая. Киев. Брянск успеем. И идем сюда. Идем лучше сюда. 52 тысячи идет бить нас. 23. Что-то мне кажется, нам сейчас настучат по шапке. Так, держим нашего кардинала. Ух ты, австриец какой-то, блин.
Бравый. Да. Непростая такая война у нас. Так, ну, в принципе, вот эту армию мы можем разбить. Так, вот эти ребята идут кусков. Сейчас будем их подлавливать. И надо построить какое-то здание военное, чтобы увеличить количество рекрутов. Так, давай будем поднимать вот тут подальше, как бы, поле боя. Так, эти идут уже в Брянск, да? Ну, мы пойдем в Чернигов. Вы пока побегайте за нами. Мы идем в Киев. Мы пока тут побудем. Поймать все-таки нас. Хотят все-таки нас поймать, сволочи. Че, мы там проехали немножко австрийцу, да? Так, разгром, 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 пару побед. А где это там, где было почти 70 тысяч? А, разгром. 56 тысяч разбил, 82 тысячи. Ну, конечно. И вот тут австриец начал свою кампанию. Я так понял, в Бургундии войск практически нету. Да, нехорошо получается. Очень нехорошо. Так, обращение пошло успешно. Так, вот эта армия идет сюда. Так. Есть, разбили под Псковом. Так, идем в Новгород. А, эти идут все-таки в Москву. Так, а эти, значит, тоже идут сюда. Так, престиж уменьшится. Административные очки не хочется терять. Так, о, рекруты. Олимпийск. Ветеранство.
Так, есть, выиграли. Сейчас мы подтягиваем сюда еще войска. Должны выдержать, по идее. Так. Ну и нас побольше будет пока. И король. Можем разбить фактически. Может повезет. Так, о, мы кого-то захватили. Кто это тут был? Московия. А, зараза. Так, тут Бургундия еще сопротивляется. Да. Так. Отправим в ту лютеранство искоренять. Так, есть, есть, есть. Идет победа, я так понял. Довольно-таки серьезная сейчас победа идет. Есть, 6.93 плюс. Так, что они потеряли? 17 тысяч пехоты, 10 тысяч кавалерий, 2 тысячи, 3 тысячи почти потеряли в артиллерии. Отлично. Ха, после такого, конечно же. Так, вот эти, вот эту армию отправляем сюда. Так, куда они отступают? Минск, Холм. Так. Тут я... Сколько там? 11 тысяч. Идут сюда. Сейчас перекроем кислород. Есть в Минске. Артиллерию их еще добили. И отправляемся туда. Так, вот эта армия перехватит сейчас вот эти мелкие. Так, а это вы случайно не в Москву отступаете? Есть, Москву захватили. И они как раз в Москву и отступают. Молодцы. Хвалю. Так, 8000, ух ты ж. 8000 хотят уйти от нас. Вот эти 27. Отхватывайте вот этих. Попробуем их отловить всех. Есть, еще 2000 отловили. Сейчас отправимся в Воронеж захватывать. Торжок мало. Так, ладно, идем туда, во Владимир. Так, а тут разбиваем армию. Пополам. Отправляем в Ревель. Вот, ремонтируется. Бургундия еще пытается противостоять. Ребята, я тут сделал такую херню. Я забыл нажать кнопку записи. Как вам сказать? Я только сейчас заметил, я где-то минут 20
еще поиграл только что. И такая вот херня. Извиняюсь. Факт то, что видите, вот я уже отхватил приличной территории. Мои союзники Польша и Венгрия вышли уже из войны. Остались я, Бургундия и мой вассал. И я послал предложение о мире, что не Андертаржук и Воронеж. Вот так вот. Очень извиняюсь за такую тупость. Я только заметил, что у меня нету, что не записывается сейчас. Извините, пожалуйста, я затупил очень серьезно. Блин, такая, так протупить это. Это надо еще постараться. Так, национализировать. Ну, недорого. Так, ну, хорошо, отхватили, в принципе, пару провинций. Так, Эдисон. Так что, надеюсь, вы не сильно будете ругать меня. Ну, провтыкал. К сожалению. Такое бывает сплошь и рядом. Так, что у нас? Флот 20 кораблей. Армии еще может лишь 1000 построить. Так, и у нас тут немножко кораблей набралось, да? Ой. У русских. Парочку. Реквизировали. Так что вот так вот. Я еще успел прокачать пару идей. Не, одну идею точнее. Качнуть. Какую? А, снижение инфляции на 0,1 за год. Так, а потом пойдут остальные. Сейчас я думаю еще качнуть военные идеи. Это будет уже стоимость артиллерии. И тому подобное. Так что сильно не ругайте. Извините, бывает. И с самыми маститами ВСПщиками тоже. Ну, хотя я к таким еще не отношусь. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта война. И то, как я хотя бы осветил. Так что, если понравилось, можете ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.